Сегодня на станции «Червоный берег» Жлобинского района урочисто открыли мемориальную дошку, просвеченную уникальной операции, которую здесьняла спецгруппа Народного комиссариата державной безопасности БССР «Храбрацы» разом с мясовыми чыгуночниками. По оценках историков, эта подея на промову повлияла на дальнейший ход Великой Отчины. По ее выниках были проведены терминовые перемовы лидеров Советского Союза и Великобритании. У «Червоном березе» побывали наши корреспонденты. Станция «Червоный берег» на Гомельщине не самая великая и не всем ведомая, але менавіта тут отбылася подея, якая оказала уплыв на ход Великой Айчинной войны. Спецгруппа «Храбрацы» на территории Беларуси дейнічала с 1942 года на рахунку звыш 100 диверсійных операций. Але самую уникальную 5 червня 43 года группа провела менавіта у «Червоном березе». Связны чыгуначнік Ригор Навуменко поведомил об составе, які знаходится у тупику и узмоцнено оховывается. Причем все вагоны были обклеены черным материалом, а вартовники были у супрацьгазах. Диверсійная группа неузабаве пустила под отхон черный эшелон и таким чином разгадала его таємницу. Высветлилось, что у вагонах находились боеприпасы с отручивающим речевом, которые гитлеровцы планировали применить на Курской дузе. Узоры боеприпасов передали у Москву. Сначала Сталину сообщили, Сталин сообщил Черчиллю, и Черчилль сказал, что предупредил, везде где-то выступил с таким сообщением, что, говорит, если Германия применит эти отравляющие вещества на Восточном фронте, то плохо будет, в общем, мягко так сказать, плохо будет для Германии из-за этого. Поэтому не... И при этом зальем всю Германию, как сказал Черчилль. Вот, поэтому это было, ну, такое знаковое событие в истории Великой Отечественной войны. А подвигу земляка жыхары «Червонага берага» ведали давно, яшчэ ў 70-х годах, при жыцці Рыгора Навуменкі, об ім писали у часопису «Нёман». Знаёмством з ім ганарыліся, прычым шмат хто часто задавал себе пытанне, калі б на месцы героя опынуўся я, ці змог бы дзейнічаць таким чынам. Предположим, ну я на этом бы месте оказался. Пошел, смотрю, валяется болванка такая, как самовар. Ну как мне ее взять, когда территория оцеплена, окружена собаки, вооруженные фашисты ходят, территория и вокруг площадь эта вся взял. Меня же сразу могли бы заметить, тут же расстреляли. Это же было какое напряжение. И мне кажется, я заикаться бы стал и... Речь отняла бы. Подчас открытия мемориальной дошки шмат кажутся об необходимости захования исторической памяти и патриотичном выховании населения, причем не только молоди. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов пропонует чыгуначникам укоронить новую традицию. Подчас проезду про станции, где установлены такие мемориальные дошки, тройче подавать гуковый сигнал. То, что гудки эти, это хорошая традиция, если белорусская железная дорога решит, что именно в честь этого надо делать, то мы будем им только благодарны. Подчас Великой Отечественной войны на территории Беларуси дейнічалі 38 спецгрупп комиссариата державной безопасности. Об них написано шмат, хоть и у закрытых архивах еще застается шмат неопубликованного. Гэтая неведомая история может быть рассекречена уже у ближайший час. То, что доступно, мы даем людям, чтобы там, где написано о подвигах, где мы не расшифруем свои, как говорится, силы. Но уже прошло 80 лет, я думаю, что ежегодно мы будем народовать наши те сведения о героических действиях наших сотрудников. Олеся Сенцюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.